Сейчас вот здесь буду ловить на перекрестке. Ленская, Советская. Праворулька туда пошла, праворулька туда. Ушла по Ленской, тоже праворулька. Надо было в другое время-то встать. Здесь на стояночке. Та тоже праворулька пошла вниз. По Ленской, под котлован. Чтобы постоянно шли, это надо или утром перед 9 или вечером. После, в начале 7-го, когда рабочий день заканчивается. Тогда только у нас здесь движение-то такое более-менее. Так, поднимается по Ленской праворулька. Еще одна праворулька. Сюда пошла праворулька. Та леворулька. На. Праворулька, черный, это микроавтобус, праворулька. Ну, этот фургончик тоже праворулька, но мы легковые считаем праворулька. Хонда идет. Праворулька. Забайкальский край, Нерчинск. Видите, какое преобладание. Легковых автомобилей, вон грузовичок тоже японский. Вон вниз синяя праворулька, это Суксид, тоже праворулька. Праворулька Олеон черный. То есть все едят на бэушних японских автомобилях. Просто преобладание.